Его глаза сияли, как бриллианты, а пел он так, что замирал строй бат. Он был красив, но был не из десанта, а был он просто молодой солдат. Она летела вдаль на Мерседесе, когда вдруг прокололось колесо, и он забыл вмиг о своей невесте, увидев ее юное лицо. Он взял домкрат и вынул монтировку, и в 5 минут поломку устранил. Он в 5 минут очаровал девчонку, и внешностью, и пением пленил. Не стал просить он номер телефона, не назначал свидания на реке, но номер части, вот какое счастье, был вытатуирован на руке. И вот на имя этого солдата пришел красиво пахнущий конверт, и в тот конверт, как в старину когда-то, был вложен пригласительный билет. Тоже почта есть, и на билете том на обороте написано красивою рукой: «Меня в Большом театре вы найдете и, может быть, проводите домой. На нежный зов пленительной москвички солдат за увольнительный беги. В Большой театр он мчится в электричке, нарвав цветов, начистив сапоги. Но нет ее в партере, нет в буфете, хозяйка Мерседеса не пришла. Не понял он, что девушка в балете, наверное, главным лебедем была. Кружил под звуки музыки волшебной красавец в белых пачках целый лес, а за углом, там, где был вход служебный, стоял печально алый Мерседес. Не знал солдат стройбата счастья цену, забыл он, для чего нарвал букет. И ему с цветами выйти бы на сцену, а он, как бобик, бросился в буфет. А девушка совсем не виновата, что не сбылись солдатские мечты. Со сцены не видать лица солдата, он слишком высоко держал цветы. С тех пор он в отпуск не стремится к маме, и у шоссе букет наперевес стоит и смотрит долгими часами. Не едет ли знакомый Мерседес?